И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат Тыко. С вами, как всегда, я, Александр. Пушистая мордашка Булатик гуляет. И мы сегодня в очередной раз с Натальей Николаевной, да, с нашей любимой мамой в лесу гуляем. В хорошем настроении, времяпрепровождение. На дворе у нас сегодня 30 октября 2024 года. Вот. Прекрасная погода, тепленько, хорошо, немножко влажненько в лесу, ну как положено, все как в лучших домах Парижа, Лондона и Жмеринки. Погода просто сказка, как я люблю говорить, осень золотая. Вы же не забывайте, прожимайте барский лайк, царскую подписочку, подписывайтесь на канал Булат и Ко. А то что-то от вас лайкосиков не дождешься. Выпрашиваешь от этого, выпрашиваешь. Да и без подписочки многие смотрят, жадничают. Ну, вот. У нас, слава богу, все хорошо, свет есть, тепло есть пока, все здорово, великолепно. Мы в очередной раз решили, кто смотрел прошлое наше видео, вчерашний отчет за грибочки мы, вот так. Мы вчера ходили в лес, насобирали грибочков. Нашли немножко вешенок. Вот. Поэтому решили сегодня сходить в места, где растут вешенки, посмотреть, как там что делается, как там обстановочка. Вот такая мордаха у нас. Да, вышел вперед, а то сзади там снимать хвостик, тут мордочку будем снимать. Главное, чтобы отходя назад, да, папа кабину не погнул. А то мордочка у папы может стать не фотогеничная. Да, было чуть? Если не споткнется. Ну, на обед нам сегодня обещают дождик. Ну, в воздухе витает такая сырость. Влад, не бежи. А то летишь прям. На папу ходил. Да. В смысле? Вот, потому что, я же говорю, влага и так аж пахнет. Будем надеяться, что может немножко хотя бы грибочки пойдут. Ну а сейчас проверим вешенки. Кроме вешенок нашли мы еще два зонтика. Ну, в общем, на поджарить как бы вроде бы хватило. Мы поджарили, посмаковали вкусные грибочки жареные. Тем более в этом году мы, наверное, это первые грибы. Я что-то не припоминаю, чтобы мы что-то собирали. У нас в этом году не грибное был год. Хотя весной, наверное, пару шампиньонов. А, нет. Чьи шампиньоны я весной находил. Нет. Вот. Значит, наверное, первые грибочки. Великолепные, прекрасные, чудесные. Я же говорю, красота. Будем ждать обедешнего дождика, синоптики обещали, но вы же знаете, как синоптики у нас обещают. Обещать не значит жениться. Вот такой стоим. Кого ты там увидела? Чудо ты пушистое. А так. Не летают, да? Даже вороны поразлетались где-то в теплых краях. Вот такой гусенок. Видите, уже кленовые листочки он падают, лес желтеть начинает. Все таки конец октября. А вон, да, он вообще такой. Да, и вон тут, смотрите, какие он вообще желтые, аж багряные такие клены. И он там кленовый, видите, еще немножко зеленых осталось. Ну, в общем, красота у нас тут в лесу. Идем,
Все шикарно. Настроение. Чудесная прогулочка. Да. Чудесная прогулочка. Обязательно отснимем видосик по грибочкам. Или напишем в комментариях, если ничего не найдем, то напишем в комментариях, что ничего не нашли. Или если найдем, то тогда снимем видео. Дядя там идет, гуляет, Булатик смотрит, кто там идет. Вот так. Так что такое небольшое сегодняшнее видео. Вы же не забывайте, прожимаем лайкосики, подписочки. Ну а мы будем желать нашим дорогим зрителям и подписчикам хорошего настроения, времяпрепровождения, чтобы мечты сбывались, а ваш рот приумножался. О, дятел там что-то кричит. Чтобы женщины не сохли, мужчины не гнулись. Я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. Пока-пока, мои дорогие, до новых встреч.